Доброго всем утра. У меня сегодня утро вот так вот начинается. Вернее, час 10, оно уже началось в 4 утра, потому что мы уже покопали картошку. Я сходила в душ и сейчас занимаюсь волшебством. Вот это вот часть приготовления пряничного теста, когда я уже добавила разрыхлитель. И здесь появляться начинает, то есть вот реакция с медом, да, вступает. И вот появляется вот такая вот шапка. То есть кислота в меде, которая... Это все вы, кстати, мне подписчики рассказали, потому что раньше я соду добавляла и гасила ее уксусом, но не знала даже всех этих процессов, когда мед сам гасит, то есть вот разрыхлитель вот вступает в реакцию с медом, и вот появляется вот такая вот белая шапка. Вот. И сейчас еще немного подождем. Тесто немножко подостынет, потому что оно и так теплое. Ну, в общем, немножечко вот сейчас реакция тут идет. И будем добавлять муку. И все, тесто в холодильник. И в обед уже можно с ним работать. Оно остынет. И можно будет делать пряники. Сегодня у меня по плану ниндзяго. А пока тесто мое там работает само без меня, я хочу, знаете, что сделать? Хочу смонтировать видео, потому что у меня вообще на YouTube-канале какой-то экшен творится. Видео давно не было, сейчас буду монтировать про то, как Антоха отправляется с чемоданом в путешествие свое, которое уже завтра закончится. Еще у нас тут яблок, куча падает. Вот насобирали немного, я тут пообрезала, что не очень, и запекла их. Выглядят они сейчас не очень. Вот. И запекла, буду делать яблочное пюре для зефира. Очень уж мне хочется опять приготовить зефир. Поэтому запекла, блендером перебью и перетру через сито. И будем делать яблочное пюре, которое я положу в морозилку, а когда приеду с Ейска или с Камышеватки, где мы там будем, еще не знаю, на выходных, то буду делать зефирчик. Пока обед, перчик фаршированный, он немного, знаете, так перетушился в мультиварке, пока я ездила за детьми вчера, но он такой вкусный, я его очень люблю. Дети сам перец не едят. Я уже говорила, да, я ем все. Пряники испекла. Сейчас буду переносить рисунок. Ну, сюда, соответственно, ничего не буду. Это будет шестерка в стиле Лего. И здесь будет сам человек-ниндзя. Сейчас я перенесу рисунок с помощью проектора. Вот эта картинка. Светит нам проектор. И сейчас я буду ее обрисовывать обычным простым карандашом. Вот он, мой китайский проектор. Покупала его в Инстаграм. Пряники в сушилке сохнут. Растворила компот, потому что там уже чуть осталось, чтобы он успел охлаждаться. И начистила картошки. Теперь мы копаем картошку. У нас куча резаной. Будем чаще готовить пюре. Поэтому на пюре начистила. Ты собрался на английский? 500 рублей. А на воду еще? Ну, на воду. Я не знаю. Не, ну, можешь мне принести 100 рублей. Я ж не против сдачи. Английский у нас стоит 100... 400 рублей. 100 рублей сдачи. 100 рублей. Да. Все, мы на английский. Жара у нас, конечно. Не знаю, полицию сейчас такую интересную, да, увидели машину, газельку. Когда-то он так прям с мигалками, да, поехала в ту сторону. Так, Григорий на английский, на карате, везде. В общем, Гришка у нас молодец. Если что, не хвалите меня, меня просто заставляют. Да? Что тебя заставляет? У меня нет выбора. Да? Если я не захочу идти, у меня нет выбора. Так Гриш, что... куда ты не хочешь идти, на английский или на карате? И на то, и на то. А что ты хочешь?
ты сам не знаешь, что и ты хочешь. И вы никогда не узнаете правду этих слов. Пока. Пока. Слушайте, ура, я это сделала, через сито протерла большой противень яблочного пюре. Сейчас все это разложу по пакетикам и буду замораживать, и когда приеду, приготовлю зефирчик. Сегодня у нас что за день, сынок? Пятница. Это что значит? Что, Афоне что-то купили? Да. Сегодня ты что выбрал? Цирин. Ментос, да? Слушайте, какой вкусный ментос вообще. Ты какой-то фруктовый. Да. Я что-то уже 100 лет его не ела. Да. У меня сейчас розовый попался, он такой вкусный. Мам, тут арбуз. Арбуз нарисован? Да. Нет, у меня, по-моему, какой-то ягодный попался. Мама, на тебе. Ну, сейчас я за рулем, сейчас я не могу. Мы за Гришкой приехали. У них еще тренировка, еще 10 минут. Будут, наверное, в футбол еще играть 10 минут, да? Или что, они будут что-то делать? Футбол. День открытых дверей. У нас день открытого ментоса. Афоня всем раздал ментос. Все, пошли. Все, пошли, Гришу бери. Ну, пошли, еще купим. Ты же не жадничал. Можно еще купить, да? Так, будем ужинать. Гриш, прикрути. Че он так громко у нас эти мультики? Ля, на сколько? Нифига себе, на 11, аж Григорий. Все, всем приятного аппетита. Пюре, сосиски, пирожки нас родня угостила. Ну, попроси Гришу, он тебе поможет. И помидорки. Все, сейчас Вована проведем с Афоней, да, Афонь? Вован поедет. Маши Вовану пока. Пока, Вован. Пока. Сейчас он далеко, да. Мы всегда ждем, чтобы все далеко уехали, да? Даже их не видели, да? Да, сейчас Вованчик тоже поедет. Вова взял у нас палатку. Будет пробовать ставить на море, да? Да. Потом Вован нам привезет. Привезет, конечно. Они там поночуют на море, да? Да. А мы завтра тоже поедем на море. Ты рад? Это значит, ты рад или нет? Да. Точно? Угу. Да, тут тени просто не видно в этом. Да. Вот смотри, о, такой крутится прикольный. Тут на камере просто плохо видно тень, да? Да. А так вообще большая голова у Афони на тени. Ого, голова! Да. Приготовила я все-таки зефирчик сегодня. Из свежих абрикос. Вот прям с кусочками свежих абрикос. Тут, конечно, не очень получилось, потому что, вот смотрите, делала их зефир с тремя насадками. Вот такими вот. Вот это вот насадка. Вот это вот. Это вот этот вот зефир. Вот. Вот это вот крупное. Мне она больше всего, кстати, понравилась. Как выглядит зефир с ней. Вот он. Вот такой вот. А вот этой вот насадкой. Здесь, получается, забивались кусочки абрикос. Вот в этом маленьком. Ну, вы понимаете, да? В середине. И получались вот... По идее, должен быть он вот такой вот формы, но вот как только забивались кусочки абрикос, то он был непонятно каких форм. То есть только несколько зефирок более или менее похожи на розочки, все остальные похожи на что-то другое. Но не розочки, а вот этот вот, конечно, вот этот мне нравится больше всего.